Куда это? Иди защищать свою родину. Родину? А этих зачем привел? Это финны. Наши братья, они помогут освободить Карелию от большевиков. Ну иди! Довольно разговаривать! Это и есть наша советская власть. Сволочь. Сядь! Убивать пришли! Убивайте! Расстреливайте! Все равно Карелия была советская и будет! Ведь не будет! Будет! Ублюдок. Товарищ комендант, доложите командующему фронтом, финский батальон «Курсантер» Петроградской интернациональной военной школы прибыл в его распоряжение. Хорошо, доложу. Ждите распоряжения. Приказано ждать распоряжения. Ты что делаешь, Артур? Я? Я очень скучаю по моей Керту Микина. Она у меня такая красивая. Глаза голубые, росту 168 сантиметров и весу 70 кило. Я тебя спрашиваю, что ты делаешь? Я же тебе говорю, скучаю по Керту Микина. Она такие замечательные лепешки печет на подсолнечном масле. Ты думаешь, что уже смазал лыжи? Сам видишь. Да ты на лыжах-то когда-нибудь ходил? Ходил, ходил. Ну что ты ко мне пристал? Ну ходил. Правда, призов не брал, но... Призов не брал. А честно? Честно? Честно... Плохо. Только... Не говори Антиканину. Ваш отряд решает судьбу всего фронта. 400 верст пройти. Нелегкая задача. Идти должны только отличные лыжники. Без обоза. Все на себе. Понятно? Понятно, товарищ командующий. Встречи с противником старайтесь избегать. Скройте, миновав Салму. Есть, товарищ командующий. Ну, желаю успеха.
Ты чего отстал? Понимаешь, что его? Не привык я к этим лыжам. Снимай лыжи. Товарищ командир. Снимайте, говорят. Есть. Бери мои. Мне что те, что эти. Один черт. Ну, давай, давай, Арту, не задерживай. А куда ты торопишься? Ну, давай, давай. Легко сказать, давай. Куда нас стрелять? Пошевеливайся! Да, призов не брал. Не брал. Ну, давай мешок. Ну, что ты ко мне пристал? Что я барышня? Ну, ты же весь мокрый. Знаешь что? Что? Дубина. Thank you.
Эх, была не была. Плотни капюшоны за мной. Протрите глаза, болваны! Что у вас, сержант, воинская часть или хоровой кружок? Почему все сразу кричат? Господин поручик. Капитан. Господин капитан, взвод под командой поручика Риута полностью находится в деревне. Больных, арестованных и в самовольной отлучке не имеется. Происшествий никаких не случилось. Где поручик? Отправились на охоту, господин. Звезда! Красные! Гранаты! Беги наверх. Бери крынку с молоком! Последнюю разобьют, сволочи! Кислая! Ложись! Тойма! Давай! Разыскать поручика. Говорил, капюшоны плотней. Ступай. Готовьте отряд, выступаем обратно. А командующему доложим. Так, мол, и так, товарищ командующий. Не вышло, сорвалось. Так, что ли? Эйна, ты понимаешь, что значит для нас упустить поручика? Конечно, понимаю. А ты, Ялмар? Ну, что ты спрашиваешь? Понимаю. Так какого дьявола вы тут околачиваетесь?
Расчесать весь лес, найти поручика живым или мертвым! Молодец, дам! Ты думаешь, я отстал? Так было задумано. Мы с господином поручиком жертвуем на общий котел. Ты поймал? Я, товарищ командир. Ты сукин сын. Вынь руки из кармана. Ну, я тебе что сказал? Они не могут. Я им пуговки с брюк срезал. Еще раз отстанешь, все равно взгрею. Ступай. Есть. Одну минуту. Разрешите мой мешочек? Покорнейше благодарим, ваше благородие. Мерси. На, подвяжись. Ну, а теперь давай поговорим. Ну, знаешь, устать от тебя можно. Очень ты упрямый человек. Вот вас чем кормят. Это хорошо. Это не очень хорошо. Да ничего, обходимся. Знаешь, ты у меня в гостях. Дай уж лучше я сам открою. Ну, что у нас в Гельсинфорсе нового? У нас в Гельсинфорсе? Ничего. Теперь жить можно. Приехал бы посмотреть. Так ведь вот, занят все. Освобожусь, может быть, и приеду. Ну, приезжай, приезжай.
Да. Красивый город Гельсингфорс. Море. А новый вокзал готов? Давно готов. А на перроне шуткоры гуляют. Очень тебе обрадуются. Ну что, твои шуткоры? Кто шуткоры? Крепкие ребята. Ты их, наверное, до сих пор не забыл. Брось ты хвастаться. Я тут с одним из твоих крепких ребят разговаривал. Не поспел ему слова сказать, он в штаб Кимасозера. Кто сказал? Ты сам сказал. Я ничего не сказал. И ничего не скажу, можешь расстреливать. Зачем расстреливать? Ты лучше скажи, что ты еще знаешь. Я знаю, что ты изменник Родины. Ты идешь против финнов. Это ты изменник Родины. Кто продал в 17-м году финский народ? Кто виноват, что финский народ оказался или в цепях, или в могиле? Кто? Вы, шуцкоры. Вы, помещичьи сынки. А теперь карельского леса захотелось. Не выйдет. Я финн. Я люблю свой народ. И я не позволю, чтобы именем моего народа грабили и угнетали карел. Запомни, поручик. Собака! Осторожней, штаны потеряешь. Ярмар! Прихвати земляка. Что с ним делать? Возьмем с собой. Из Лапуа? Ага. То-то я вижу морда противная. Край родной, просторов и лесов, золотых морей. Не слыхал я, не слыхал я голосов, чтобы пели все песни веселей. Не слыхал я голосов, чтобы пели все песни. Не бегу, а счастья в жизни нет, как за годом то. Только горе, только горе юных лет. В нашей стороне помнит мой народ. Ой, как он... Опять поторопил? Семенов какой-то. Довольно, папаша, гимнастикой заниматься. Опусти руки. Опусти. Что ж ты воевать вздумал? Вздумал? Вздумал. А ты попробуй не пойди, когда приказывает начальство.
Ха, начальство. Убрать начальство. Как зовут тебя? Юрги зовут. Хорошую песню ты пел, Юрги. Ну что задумался, Юрги, ешь? Откуда ее привел? С Кима с озера привел. Изба там у меня. Лодка, корова. Они пришли и стреляют. Ну? Ну, в 18-м приходили, в 19-м приходили, и вот опять пришли. И чего этим финнам от нас надо? Что у нас хорошего? Ничего. Леса одни. Спереди море, сзади горе. Справа мох, а слева ох. Испокон веков горел корудел. Да. Погоди, Юрги. Будет здесь в Карелии и пшеница расти, и яблони зацветут. Когда же это будет? А вот белых разобьем, займемся. Это финнов-то? Ну да. А сам ты кто? Финн? А. Арту пришел? Нет, не пришел, товарищ командир. Придет, пошлешь его ко мне. Есть. Тоева, я давно хотел у тебя спросить. Вот мы придем в Кимас озеро. Выбьем белых. А дальше что? Попьем чаю и обратно в Питер. Мы будем у самой границы. А там мой дом. Мать, сестренка Айли. Хоть бы на несколько минут. Нет, Эйна, не удастся. Неужели я их никогда не увижу? Думаю, увидишь. Только подожди немного. Так вот о чем мечтает Эйна. А ты о чем мечтаешь? Мечтаю поспать. Спи.
Турнен! Переворачиваюсь каждые четверть часа. Замерз. Есть. Давай. Откуда у тебя эта шуба? Шуба? В деревне променял. В деревне променял? Приказываю шубу беречь, на обратном пути вернешь. Товарищ командир, ты... Простых вещей не понимаешь, курсант. Стой! Кто идет? Не ори нам. Это я. А. Ты где был? Цветочки собирал. Где был? Ступай к Антикальнину со своими цветочками. Он тебя там давно ждет. Спится, господин офицер. Не спится. И мне не спится. Ты как сюда попал? С офицером Семеном, проводником был. Вот я все и думаю. Какую же родину он защищал? Кто он? Да русский, офицер Семенов. Зачем ты обманул меня, Арту? Слушай, Тойва, мы с тобой на всех фронтах вместе были. А тут белофины. Сам понимаешь, ну как я мог не пойти? Да. А на лыжах я научусь ходить. Вот увидишь, научусь. Иди спать. Всегда отстаешь, не успеваешь выспаться. Ступай. Товарищ командир, разведка сообщает. Деревня Ребло, противник не обнаружен. Поднимай отряд. Микенен делает. Знаем, знаем. Рост 168. И вес 80 кило. Зато глаза у нее... Голубые. Голубые. А вы какие были? Красные или белые? А тебе каких хочет? А мне все равно. Я так. А ну-ка, прапорщик, налейте мне чаю. Пожалуйста, господин поручик. А в чем разговор? Мерси, господин прапорщик. Рад служить, господин поручик. А.
Последний раз я такой чай пил с моим другом. Королем прусским. А. Фридрихом Великим. Помню, помню. Ну да. А жрали это мы с ним селедку с картошкой. Вдруг он и говорит. Слушай, Арту! Ты куда, бабуся? Да я так. По хозяйству. А. Ну иди, иди. А, слушай, Арту, говорит король, ты мужчина красивый. Еще. Ну да. Женись ты, говорит, на моей дочери, принцессе Керту Мика. Женись, а в чем разговор? Отдыхай. Устроились тут. Сказки рассказывайте. Как в раю. Тоже ангелы. Морды немытые. А неплохая шуба. И дешевая. По случаю приобрел. Зубы оскалили. Лошади. А когда мы сейчас? Оно. Ты что злишься, Ялм? А злишься тут. С этими пленными. А что? Не понимаю, какого черта Тойва с ними нянчится? Самим жрать нечего, а тут еще с ними делись. Допросил и в расход. Ишь ты какой кровожадный. Да. Они нас жалели? 30 000 наших расстреляли. Ты чего? Чего ты на меня руками машешь? Вот я и сейчас отправлю всех к чертовой матери. Это красноармейская винтовка, Ялмар, а не бандитский обрез. Понятно? Возьми. Вот боец мне попался, а? Да. Ребят, пожрать нечего. О чем разговор, пап? Пожалуйста. Ух, замечательные лепешки. Совсем как моя Керту Миханен. Ты что, старый?
Ты что же это напутал, да? Ай, Максимовна, Максимовна. Вот это и есть поручик. Поручик? Сама-то после этого генерал. Да я же сама слышала. Ну ничего, ничего, Максимовна. Молодец. Знал бы я, кто ты. Разве б я тебя стукнул ну, по голове? Хватит, хватит. Просто сердце болит. Такого хорошего парня и по самой голове. Ты что ты ко мне привязался? Стукнул, стукнул. Да разве так стукаю? Стукать надо так, чтобы человек встать не мог. Че ты смотришь? Бинтуй. Сколько у тебя партизан в отряде? Под ружьем 35, а всего 60. Так. Назначаю тебя комендантом деревни. Оружие дам. Пленных оставляю на тебя. Так это что ж нам, в тылу сидеть? С собой взять не могу и не проси. То есть как не можешь? Ты должен взять! Ты что орешь? Ведь мы тоже люди. Не могу, понимаешь? Так я ж тебе говорю, что? Не проси, не возьмет. А. Я ж тебе говорю, что их в пять раз брось. В пять раз больше, чем твоих. Ничего. Справимся. И поручика оставляю на тебя. Ну, тебе видней. Ты начальник. Вот что. Давай оружие. Курить охота. На. Куда? Кима с озера предупредит своих. Если спросят, покажут в другую сторону. Понял? Понял. Только никуда ты не пойдешь. Что? Говорю, никуда не пойдешь.
Меня оставь, поручик. Накимас ушел. Догоняй по свету. Уйдешь, живым возьму. Когда поручик будет в Кимасозе? К утру будет. Есть тут еще дорога покороче? Дорога одна. В обход поселки. Дорога одна. Значит, поручик будет раньше нас? Значит, все к черту! Юбка, может, тропинка какая-нибудь? Какая тут тропинка? Тут гора, Масельга. А что, если через Масельгу перемахнуть? Да брось тут дурака, Валя. Молчи. Что скажешь, Юка? Нельзя. Скалы там такие, голову закинешь, шапка валится. Ни один охотник не переходил Масельги. Ни один охотник не переходил Масельги. А вот мы перейдем. Перейдем, потому что должны уничтожить штаб Белофинов. Перейдем, потому что Карелия должна быть свободной.
Ни один лыжник не проходил 70 верст за сутки в таких условиях. А вот мы идем, и ничего. Ни одна морская крепость не была взята с моря пехотной атакой. А вот мы Кронштадт взяли. Ни одна армия в мире не отбивалась сразу от 14 держав. А вот Красная армия отбилась, потому что Красная армия – армия народа. Его сердце, его воля, его сила. А мы с вами, товарищи курсанты, будущие командиры, передовой отряд Красной армии. Мы зашли на 300 верст в тыл противнику. Остался последний переход. И если поручик придет в Кимос-озеро раньше нас, мы открыты, и весь наш поход пустую. Есть одна возможность обогнать поручика. Перейти через Масильгу. Ни один охотник не переходил. Так неужели мы не перейдем Масильгу? Надо, так перейдем. Да уж в крайнем случае, не перейдем, так переползем. Товарищ командир. Да. Я не пойду. Не могу, нога потерта. Нога потерта? Ладно, останешься здесь. Получишь сухари, консервы. Так я же показать могу. Не надо, я тебе верю. На обратном пути тебя захватим. А у тебя что? У меня? Ничего. У кого еще ноги потерты? Выступаем. Ты куда? Я, товарищ командир, тоже пойду. Молодец. Давай. Thank you.
Давай, Арви, замерзнем. Веди Тоева. Видно, мне придется здесь остаться. Здесь остаться? Мне очень удачное место ты выбрал. Брось, Арви, мы еще с тобой потанцуем на свадьбе у Арту. Видишь выступ? Неужели ты до него не доберешься? Все равно, Тоева, не перейди мне, Матель. Неужели ты два шага от этого камня к выступу не пройдешь? Конечно, пройдешь. Давай. Ну и так до самой вершины.
Сколько? 5. Кто? Саваляйнин, Ескеляйнин, Рихимяки, Туранен и Хемеляйнин. Разведка вернулась? Не вернулась. Отправь Турана с первой ротой в обход. Наступление начнем на рассвете. Туранена? Тойва, я же сказал, он погиб. Туранен погиб? Погиб. Дорого они заплатят за этот переход. Готовь отряд. Командир, штаб там. Белых около 500. Ату попал в плен. Батальон к бою! За мной в атаку! Вперед! Thank you.
Открывай в окна! Где командующий? Командующий у себя? Я командующий. Господин командующий. Антикайнин! Опоздал, поручик. Собака! Прощай, земляк. Ялмар, доставишь донесение командующему? Приказан доставить донесение командующему. Будешь проходить деревню, где шубу променял. Не забудь вернуть. Приказано вернуть шубу. И расписку прихвати. И расписку приказано прихватить. Баньки мы для твоих ребят приготовили. Когда мыться будете? Нет, бабушка, не выйдет. Сейчас уходить будем. А баньки-то как же? А баньки твоей бабушки остыть не успеют, как мы вернемся. Вернемся, товарищи.
и закроем нашу границу на такой крепкий замок, что никто никогда не посмеет ее перешагнуть. Слышите? Это взрывается штаб Белофинов. И так будут взорваны все штабы неприятельских армий, которые попробуют напасть на нашу замечательную советскую родину. Высокого неба просторы летели, и на землю пали.